Сегодня Кизлярский электромеханический завод выпускает большой спектр продукции. Причем не только военного, но и гражданского назначения. Более 100 наименований. В частности, педаль газа для КАМАЗа, которую раньше закупали за рубежом. И другое техническое оборудование, которым сейчас заинтересовался и АвтоВАЗ. Кроме того, на заводе продолжается работа над вертолетом и тремя самолетами. И если за прошлый год доля гражданской продукции составила лишь 12% от общего объема, то за 2022 год эту цифру планируют увеличить минимум до 60%, а то и до 80%. Современное оборудование и мощности производства спокойно позволяют осуществить задуманное. Кроме того, на заводе еще 6 лет назад наладили собственное заготовительное производство. А за станками ежедневно работает около 2000 профессионалов. Хороших вам новостей!